Человек-паук. Неагентный кошмар. Часть первая. Всем привет, с вами Doom. Решил я сделать такие небольшие пару ностальгических обзоров. Сегодня у нас, как вы поняли, Человек-паук, а именно мультсериал 1994 года. Думаю, кто-то из вас даже смотрел этот мультфильм, точнее мультсериал. Лично я его посмотрел где-то в 96-м или 95-м году. В России он начал транслироваться в 96-м году на канале НТВ в дубляже, то есть как и сейчас в дубляже он на экране происходит. В дубляже выпускали только первый и второй сезон. Всего у данного мультсериала существует 5 сезонов. Он начал выходить в 94-м году, а закончился в 98-м, в январе. Это, наверное, самый такой лучший мультсериал по Человеку-пауку. Он как бы не особо детский и не особо такой взрослый, средний такой мультсериал. И что касается продолжительности эпизодов, то в каждом сезоне по 13 эпизодов по 20 минут. На первом месте вот, наверное, у меня именно этот мультсериал. Ну а потом уже идет мультсериал 60-х годов. Может, кто даже смотрел из вас тоже. Ну а следующие, это уже не очень, выходили там более 5 сериалов, точнее мультсериалов по Человеку-пауку. Но вот это, наверное, самый такой лучший из них. Отличная прорисовка персонажей, да, смотрите сами, рисовка очень хорошая, потому что бюджет у мультсериала был не маленький. Рисовала его, по-моему, японская студия, как название я не помню тоже. Это все можно почитать в Википедии. В мультсериале присутствует очень много как положительных, так и отрицательных персонажей, то есть союзников паука, это там всяческие каратели. Даже в какой-то серии, если мне память не изменяет, то там присутствуют Люди Икс. Сериал я смотрел где-то лет 10 назад, наверное, точно, если не больше. И вот сейчас, в 2014 году, решил как бы посмотреть заново, так сказать, освежить память. Ну, мультсериал действительно стоит внимания, особенно всем фанатам Marvel советую посмотреть. Вот, вот на экране мы можем наблюдать Хамелеона, который может принимать различные формы. Из врагов тут присутствует в мультсериале очень их много. Это такие как Лизард, Ящер, Веном, Рино, Носорог. Вот, собственно, Хамелеон. Видите, он может превращаться в любого человека. Мистерио, Скорпион, Шокер, или как его, Разрушитель, который может руками создавать волны, которые звуковые, разрушать все. Вот, собственно, у нас Мистерио, вот он, без своего аквариума. Шокер, он всегда в своем костюмчике, блин. Так что мультсериал отличный. Зеленый Гоблин, кстати, Домовой, Гарри Осборн, тут все присутствуют, короче. Амбал известный, вот надевает Мистерио свой, так сказать, аквариум. Вон Скорпион засветился. Так что вот такой мультсериал. Все, кто не смотрели и любите комиксы Marvel, советую вам посмотреть. Я вот сейчас посмотрел только первый сезон, и мне еще останется посмотреть 4 сезона. Вот, собственно, Рина у нас, Носорог, Октавиус, Осьминог. У меня этот мультсериал, кстати, был на кассете, я помню. Наши издатели любили из нескольких серий делать как бы один фильм, мультик, и продавать их на кассетах. Вот у меня была одна кассета, досматривал ее до дыр, блин. Не знаю, куда она, правда, пропала потом. Ну вот, собственно, и все, наверное. Это был такой небольшой ностальгический обзор. Всем советую посмотреть, если вы любители комиксов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!